Добрый день всем. Вот, я хочу рассказать вам о жизни вообще этого клуба, который называется «Живопись». Ну, начну с того, что в клубе УЗВ я первый год, только начинающий студент, вот, поэтому максимально много мне хотелось всего нового узнать, но когда я увидела, что будет клуб живописи, я пошла туда с самого первого, сразу записалась в первую очередь, потому что рисовать я как периодически рисую, но когда-то в одной трудной ситуации живопись помогла мне очень преодолеть вот эту ситуацию. И поэтому ко мне откуда-то сверху пришло вот это желание рисовать. Рисовала и не умею рисовать вообще никогда ничего, у меня это получилось, и это меня вдохновило. Вот, что все люди, не умеющие рисовать, тоже могут это делать. Вот, какое-то время рисовала, сама училась по интернету, по книгам. Вот, потом забросила на какое-то время. И вот здесь, в университете, когда я увидела, что живопись, я пошла к специалисту, к художнику, чтобы получить азы правильного рисования. Поэтому с удовольствием хожу на это рисование. Мы уже нарисовали уже две картины, которые уже на выставку. Мне сказали, что уже возьмут мои картины. Поэтому это вдохновляет на какие-то дальше подвиги с нашей стороны. Я считаю, что каждый совершает подвиг, который, когда он с нуля начинает рисовать, ничего не боится. И рисуем.